Сегодня такая сумма. 150, простите. 150. Рубашечка на лоскуте класс. Как энергетика работает. Я шью сумку с Парижем, с башни. И вот на любителя. Ну вот что делать. Это же зависит, рублей 200. Сейчас посмотрю. 120 рублей такая сумочка. Она новая совершенно. Винтажик такой. Оказывается, вещи вот с такими пуговицами очень дорого стоят. Посмотрите, ну это какая-то старая вещь, передник. Посмотрите, какая древняя-древняя, дорогое кружево. Я даже не пойму, может быть, не ручная работа, но типа игольного кружева. Простите, у меня горло сегодня. Но винтаж такой. И вот, гляньте, какой я винтаж нашла. Очень похоже на ручную работу кружева. А, да, это из дорогого белья, это то, что я говорила. Белье с такими пуговицами, это все вручную делается. Вот тут длинная наволочка из льна. Ну, она, гляньте, какие пуговицы красивые, деревянные. Посмотрите, ручной работы, древняя скатерть. Она уже, конечно, желтая, ее уже спасать смысла нет. Повезло, выключили музыку. Можно прокомментировать пару. Я быстро, не обижайтесь, но если нет ничего интересного, я просто поболтаю и пройду мимо. Ух ты! Вот это да, смотрите. Может, я захочу такую косметичку пошить. Оно старомодное, бракованное, можно подождать, чтобы долежало и купить на тканюшку. На подушку. Вот 120 рублей. 120-150. Господи, что я сегодня все путаю. Гляньте, какие штанишки классные. А вот штанишечки 150 тоже. Полосатые. Вот такая у них фамилия. Вот такая фамилия. Лен. А, это искусственная кожа. Юбочка на косметичечку. Классные платки для моей пиццы. Но у них такая несусветная цена изначально, что это нужно ждать только к шок-цену, если довисят. Вот такая интересная рубашка. Сейчас я покажу вам, гляньте. Вышивка самая интересная. Вот это, конечно, если бы до шок-цены довисела ради шифона яркого для моей пиццы. Вот я как раз собираюсь сумку шить. Мне бы очень подошел такой джинс. Она какая-то с надписями на пуговицах. Джинс такой классный. Гляньте, какая огромная рубашка. Сколько здесь лоскутиков. Смотрите, судя по складкам и потому, что фирма и разные размеры. Здесь висит угол новых рубашек. Новые. А мне нужна белая рубашка. Ну, блин, жаба давит меня. Так, сейчас, если там меньше, я ту заберу. Все-таки сделаю я идею, которую хотела. Как раз еду к девочкам, возьму у них пришивные стразики. А это вторая рубашка. Размер написан больше. Но тут фирма другая, а сама она меньше. И чуть по-другому пошита. Пуговицы. Что думать с пуговицами? Не знаю, стоит брать, не стоит. Хотела украсить ее все стразами. Ну все, скупилась я на целых 17 рублей. Сегодня вес дешевый. Купила два отрезика небольших. Как раз один пойдет на чехол. Скорее всего на вышивальную машину. А второй подумаю куда-нибудь на какую-нибудь подкладку, потому что классный кусок шелка. Что еще? Сломала ногу. Только вчера маникюр сделала вечером. Хорошо, когда сам себе можешь сделать.
Так, снимаю небо, потому что иду в шумной улице. Сейчас бегу еще девочкам в магазин, проведаю их и еду домой заниматься своей любимой пиццей. Авария, представляете? Капец, какой большая машина аж развернулась. И мой транспорт, я не успела в свой транспорт, но сейчас еще будет здесь хорошо, транспорт ходит. Ладно, все, иду дальше. Что-то найду хорошее, сниму. Меня сейчас так остро как-то интересует без рукавочки, что я прям сразу бегу без рукавочка. Маленькая она меня будет. Белую все-таки пойду померяю. Это 110. О, я сейчас и эту пойду померяю. Классно. Ой, ну это моя особая любовь. 380 рублей. Юбчонка. Ух, какая. Нравится. А это очень похоже на хендмейд. Но я думаю, что это не хендмейд, а просто такая задумка. Славненькая, только мала, конечно. Очень славненькая. Ленчик. 110, еще и минус 20%. Просто чудо. Где-то со спины. Или цвет не мой, или фасон не мой. Испортили. Но не мое. Не мое. Хотя фасон мой, цвет не мой. Бледноватый. Мятные такие классные. 440, тоже маленький размер. Штанишки. Портфель мне понравился. Новый. Не смотрела, сколько стоит. Классный. Сегодня такие классные ткани. Цены, конечно, еще очень дорогие. Но вещи, хорошие вещи. Ткани хорошие. Ой, закрыла чеком, простите. Я уже хомячила, выписала себе. Но такую штуку потом приду покажу. Боже, это вообще просто. Сарафанушка еще какая классная. Сарафанушка. Если мне не начнут делать скидку уже личную в секонд-хенде, я уволюсь от них и не буду больше их рекламировать и покупать. Ну что такое? Опять пришла, опять купила. Я такую штуковину купила. Такой интересный винтажный какой-то жилет без рукавка льняной. Сзади замок, но я приду домой, конечно, сниму, покажу. Боже, там такая фурнитура. 122 рубля. Ну, если посчитать третьи пряжечки, то, в общем-то, таких еще и не найти. Ой, просто необыкновенные. То оно того даже очень стоит. Ну, а жилет, сниму замок, или он куда-нибудь, кусочки-то маленькие будут, ну, пойдут. Так что оно себя оправдает. Газончик еще не зацвел. Стою возле зеленого газончика, но он еще не цветет. Так, все, я на этом съемку свою заканчиваю, потом по хвостушку добавлю. Все, прибежала домой, показываю, я не засняла, что я там купила. Посмотрите, какой винтаж я купила. Вот это расстегивается, вот я специально расстегнула. Это было на вес 360 рублей килограмм. Три такие пряжечки, я из-за них и купила. Затянула, конечно, прилично, 122 или 123 рубля. Ну, я думаю, того стоит. По 100 рублей, если посчитать, я бы за 100 рублей, за 150 такую пряжку купила. Мне на безрукавку нужно. Я думаю, одной будет достаточно. Зачем утяжелять? Ну, слушайте, она просто... А они металлические. И пуговки металлические. И вот эта штуковина металлическая. А вот это даже... А, оно тоже внутри. Там тоже металл, представляете? Но это все заклепанное. Ну вот как раз, а пуговицы пришиваются. И это получается застежка.
Ну, сам жилет мне не нужен. Возможно, куда-то пригодится вот этот весь лен, который здесь. Ну, тут его не так много, но, знаете, иногда кусочек нужен, какую-то аппликацию сделать. Ну, и здесь замочек разъемный, очень хороший замочек. В хорошем состоянии. Сейчас я его найду, господи, покажу. Сейчас я его найду, покажу, держу, потому что может упасть. Простите. В хорошем состоянии замок. Я его куда-нибудь на косметичку использую. Серенький. И, ну, подкладка тоже куда-нибудь пойдет. Сейчас же теперь я собираю все кусочки и делаю пиццу. Простите, некрасиво снимаю. Все, вот она моя похвастушка. Сейчас буду сразу загружать. И побежала выводить собаку, потому что вот она стоит. А это у меня еще будет новый проект, но я потом вам его покажу. Картонки мне пригодятся. Ну вот, пришила я сюда. Вроде бы вымеряла ровно. Если будет уже в процессе ходьбы что-то не так, вы всегда смогу перешить. Посмотрите, как он подошел. Я прям как увидела, ну, сразу поняла, что куда-куда, а сюда точно подойдет. Ну, так вроде бы вымеряла. Поэтому будет понятно только при ходьбе, насколько я точно пришила. Красота! Всем пока, и всех целую, обнимаю. Заходите ко мне на канал, ставьте лайки, подписывайтесь и приводите своих друзей. Пожалуйста, делитесь в соцсетях. Все, всех целую, обнимаю.